Всем привет! Это Изи Катка. Обзор самых смешных спортивных видео. Посмотрев первый ролик, каждый вспомнит себя. Но с кем такого не бывало в детстве? Мяч укатился по тачку, и надо его достать. Серый, давай, лезь мячом. Да ну его нафиг, не полезу я. Лезь давай! Пацаны, мне вообще-то домой нужно. А вообще странно, вроде второй дивизион Шотландии, он что, настолько бедный, что у них только один мяч? Ну, пускай мой возьмут. А вот, кстати, еще одно видео, еще одна ситуация из детства. Мам, скинь попить! Мам, ну ты чё? Мам, скинь попить! Мам, скинь попить! Мам, ну ты чё? Ну, а если серьезно, то будь это игроки Барселоны, то мы бы снова увидели это. Совсем недавно Леонид Слуцкий зарегистрировался в Инстаграм, из которого мы узнали, что у него, оказывается, есть брат, работающий в полиции. Еще узнали, что Леонид Слуцкий любит Pink. Если честно, мне кажется, он просто хочет такие же кудри, как у Гризмана. И читает рэп. Но а кто сейчас вообще не читает рэп? Absolutely top level, Champions League level, yes, and all referees very open, very friendly, smile, jokes, shaky hand, he never say hello, he never say goodbye. Кстати, вас когда-нибудь выгоняли с общей фотки? Нет? А Неймара да. А на самом деле, может быть, дело было так. Вообще-то это мои бутсы, мужик. Ну и свали, а... Что делать, если у вас нет денег на футболку любимой команды? Сделайте ее сами, как этот болельщик Атлетико Минейро. Кстати, этот лайфхак подойдет и болельщикам Юве, Ньюкасла, Торпедо или, может быть, даже Нот Каунти. А вот что бывает, когда тренер принял что-то странное перед игрой. А может быть, он просто дружит со Слуцким? Ну и напоследок, Малком и его бразильская техника. Двумя все-таки загруженными оборонительными функциями, флангами. Кстати, вот этот эпизод, помните? Да, настоящий... Это же бразильская техника, настоящий... да? Absolutely top level, Champions League level, yes, and all referees very open, very friendly, smile, jokes, shaky hand. Вообще, изи катка.